первым трюком будет Инди и Мелон. Они делаются нажатием правого триггера и левого триггера. Также эти трюки можно вытягивать в разные другие. Для этого нужно нажать триггер и правым стиком вывести влево, вправо или в любую другую сторону. Также мы научимся делать роллы. Роллы делаются левым стиком. Чтобы сделать ролл, вы должны провести стиком либо вправо, либо влево. Следующим будут бэкфлип и фронтфлип. Они, следовательно, как и роллы, делаются нажатием только уже правого стика вверх или вниз. Следовательно, все трюки вы можете комбинировать, получая невообразимые комбо. Всем спасибо.